перекрестке направо поедем. А мне так понравилось на скорости. Молодец. Что я прямо это. Ну, вот это. Выбираем место для разворота. И забыла про это задание, про все на свете. Надо поворачивать. С этой. Ну вот. А я что, опоздал? Ты а, там уже сплошная. Ты не опоздала, ты проехал. Поехали. Поехали, поехали, не спи, все. У тебя нет возможности здесь развернуться. А там есть. А что там? Тебе нужно было здесь уйти. Сначала изначально тебе надо было, когда мы ехали в то там обратном будет? Направлении повернуть. Ладно, развернулись и опять лево. Это заколдовано вот для тебя, да? Ага. А мы сейчас развернемся и вернемся. Где тут? Вот это смешное. Ой, там вообще все. Что ты хочешь там увидеть? Сиди спокойно. Чтобы развернуться. Не развернешься ты здесь. Здесь нет. Вон откуда, да? Идет? Тебе не хватит здесь полосы. Отлично, чтобы развернуться. Разворачиваться. Ты же даже на какой полосе двигаешься? Ты чего? Сама же сказала, мы сейчас развернемся. И поедем. Крути рулем, работай. Бочину его бей вот такой. Я даже бы не тормозил, честное слово. Да, сразу. Я не тормозил. А он вообще почему? Я больше тормозить не буду на перекрестках. Въедем, значит въедем. А ты внимательно смотри, ты поворачиваешь. Ты же обращай внимание, что тебе кто-то угол режет. Ты его даже не видишь. Не видишь. А зачем он так сделал? Это уже не ищи в этом смысл. А-а-а. Ты ищи смысл в своих действиях. Даже... Конечно, чуть-чуть. Нужно же притормаживать. Ну, видишь, он уже нарушает. Он режет угол. Пункт
ты даже там ПДД, по-моему, ну, да. 8.7, что ли, или 8.6, не помню. Надо смотреть. Вот честное слово, если бы чуть было, сейчас бы было. Нет, я даже не собирался тормозить. Ты скорость превышаешь. Только так можно научить других людей соблюдать ПДД. Да. Только материально. По-другому они вообще не понимают. Берут, подрезают для чего-то. Ну, видишь, что мы учебка, а дальше-то что? Ну да. Мы должны уверенно ездить, мы универсальные солдаты. Нет, зато... Которые сразу родились, да? Зато на нас могут говорить, что мы плохо, неадекватно учим, да. Неадекватно едем, агрессивное вождение. Где же агрессивное? Мы просто решили развернуться. И две машины нам... Первая успела, вторая тоже успела. Но чуть было не было. Сплошная линия разметки. Поехали прямо. Не попадаем мы в этот перекресток. Ну вот не хочешь ты сюда ехать и все. Ну это вообще просто смешно, если честно. А что сейчас нам мешало? Я не знаю, что тебе мешало. Тебе мешало заблаговременно занять крайнюю правую полосу. Да, я потом уже, да. Ну потом. Потом суп с котом. Ну, я как-то там видео, тетя Люба, она с перегрёзками. Тетя Люба сдала экзамен, причем она очень хорошо сдала экзамен. Да. Я как на том видео. У тебя будет свое видео сегодня. Какое? Вот это, заколдованный перегрёзок. Заколдованный, да что ж такое? Это... Выбираем место для разворота. Не гуляй по полосам. Посмотри прямо, обочина, 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 раз, и где грузовик большой встречный, едет, там поворот какой-то есть, видишь? Где автобус он едет? Включай поворотник. Заблаговременно это нужно делать, мы в крайней левой полосе. Давай, 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 крути его. Мы больше так не делаем на скорости. В зеркало обрати внимание. Кого? Что? Никого не было. Никого? А. Ну и поворотника тоже не было. В смысле? Я не включила поворотника, да? Ну ты ушла на прилегающий, можно сказать, на прилегающий территорию, что я даже не успел обратить, что там, внимание. Прилегающий территорию, перекресток там был, или просто заезд. Это уже в зеркало смотрел. Ты если когда на дороге разворачиваешься сразу в правую полосу, это одно. А ты ушла с проезжей части, по которой мы двигаемся. И возвращалась без поворотника. Задачу знаешь? Да, повернуть налево. Перекрестки. Четвертая попытка. Я же его должна сделать. Перекресток. Но инспектор дает всего лишь одну попытку. Одну команду, да. А тут куда? Заезжать можно? Да, конечно, можно.
Но не нужно. Но не нужно. Потому что это сплошная линия разметки. Вот сюда, вот, вот сюда я сейчас. Ну, зеркало, смотри. Никого? Ты что чудишь? Никого нет. Теоретически туда можно заехать. Фактически, вернее. Угу. А теоретически там нельзя. Там же потому что сплошная, ты же теорию изучала, но... даже. Сплошная линия разметки, для да. чего она нанесена? Чтобы ее не пересекали. Это не как в той поговорке, да, принципы нужны для того, чтобы их нарушать. Едем? Ну, я думаю, что да. А чё КамАЗ? Чё КамАЗ? Он тоже едет. Пропусти меня. Ну. Ты куда едешь? Мы сейчас за пределы перекрестка уедем. Не-не-не, я не, дальше не поеду. Свое время. Поехали, поехали. Я уже боюсь тебе поздно что-то говорить. Несвоевременная подача сигнала светофора тоже является ошибкой.